Военнослужащие и правоохранители Алматы удостоились госнаград. В День защитника Отечества у Дома офицеров заместитель акима города Арман Кырыкбаев вручил солдатам и офицерам ордена Айбыны и Курмет второй степени. Сотрудники силовых структур также получили благодарственные письма от акима Ербулата Досаева и министра обороны. А началось мероприятие с исполнения гимна Казахстана и возложения цветов к вечному огню, символу памяти, бессмертия и победы. Ну а сопровождал церемонию аккомпанемент свой оркестра Алматинского регионального гарнизона. К мемориалу славы пришли сотни военных и представителей органов внутренних дел в парадной форме, а также ветераны воинской службы. Мы должны работать, стремиться. Мы должны быть именно опорой наших будущих вооруженных сил в последующем и опорой для будущего Казахстана, чтобы мы достигли больших успехов и политике, и экономике, и наше благосостояние народа, чтобы постоянно повышалось. После официальной части празднования продолжились концертные программы. Духовой оркестр исполнил произведения военных лет, а звезды казахстанской эстрады порадовали присутствующих патриотическими песнями и поздравлениями. Казахстан – прекрасная страна. Здесь дружелюбные и гостеприимные люди. Я под большим впечатлением от сегодняшнего праздника. Вижу счастливые лица людей, красивые наряды. Церемония прошла очень торжественно.